19 января православные верующие отметят праздник Крещения Господня. В Твери крещенская купель будет организована на набережной Афанасия Никитина напротив центрального корпуса ТГТУ. Подробнее об этом расскажет Мария Шалованова. 16 января на место будущей купели выехала комиссия в составе представителей администрации города и сотрудников МЧС. В настоящее время на Волге приступили к монтажу конструкции купели. Представители ГИМС произвели контрольную вырубку льда. По предварительным данным, толщина льда составляет от 20 до 25 сантиметров, а глубина, где будут купаться, около 2 метров. Более того, специальная купель, так называемая, она это сварная конструкция, будет опускаться на дно, то есть сами купающиеся непосредственно на дно вступать не будут. Кроме того, купель будет оснащена боковыми защитными ограждениями. Это исключит вероятность попадания человека под лед. От переохлаждения защитит настил, который сбит из деревянных досок. Для удобного спуска купели будут добавлены специальные поручни. Купание организуют по строгим правилам. В воду будут допускаться от 3 до 5 человек одновременно. У купели будут дежурить спасатели. На берегу установят палатки для обогрева и переодевания. МУП «Тверь Горэлектро» оборудуют дополнительное освещение. Также в целях безопасности во время проведения купаний будет ограничен выезд транспорта на нижнюю площадку пирса и парковка на набережной Афанасия Никитина.